Давай, Санька, сегодня какой день? Сегодня у нас 23 февраля, да? А это что за праздник? Это День защитника Отечества, да? Да. И что мы будем делать? Мы будем папу поздравлять, да? Ну, папе подарки приготовили? Да, приготовили. Приготовили. И будем папу поздравлять. У нас папа в армии служил? Служил. Служил папа в армии. И поэтому будем его поздравлять. Давай готовиться. Давай папе принесем подарки. Принесем папе подарки. Давай, принесем папе подарки. Принесем подарки, да? Принесем подарки. Давай, Маша, принеси мне. Что вы мне пришли сегодня подарить? Давай, не принеси. Давай. Смотри, это... Давай. Неси папе. Принеси. Неси давай. Папе. Неси. Это папе фонарик? Давай. Это папе фонарик? Mm-hmm. Да. Будете с ним летом гулять. Фонарик. Дальше. А что смотри, еще интересно? Смотри. Это тоже неси папе. Давай. Неси. Неси. Давай мне. Неси папе. Неси. Неси. Вот так. Молодец. Молодец. Да. Спасибо. Да, папу с праздником. Спасибо. Спасибо. Подарили. Шикарный праздник, такие подарочки. Volkswagen, Tesla 2-3. Я прям аж на нетерпение. Давай, снимай. Давай, давай, давай. Давай. Снимай, снимай. Иди снимай. Давай. О! Давай. Молодец. Что там у нас? Так, это не нужно. Давай. Так, ну что интересного, так, бумажки, 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 а, да, что важно, да, еще одна крышечка доставать, она получается 2-3 называется, потому что крышка на 2 батарейки, на 3 батарейки, кстати, очень интересная тема, я еще его недавно его разглядывал, видимо, кто-то меня спалил, в общем, на 3 батарейках, на 360 ватт выдают, в общем, жарят, варят. Знаешь, чем примечателен фонарик? Давай вот здесь крути. Давай. Это фонарик радио. Смотри. Московское время. Время. В общем, круто. Будем с тобой ночью, летом, ходить и ежиков искать. Где ежики? Где ежики? Давай. В общем, спасибо. Подарков. Прям аж не ожидал. Такие полезные подарки, что с радио фонарик очень пригодится, что VoxMod я уже хотел давно поменять. Я прям доволен. Такой весь на карбоне, такой серебристый, классный. Спасибо, спасибо.
Спасибо вам. Поздравляю всех тех, кто служил, служит и будет служить. С Днем Защитника Отечества вас!